Я считаю, что санкции Запада очень серьезно повлияют на нашу внутреннюю российскую экономику. Ну, во-первых, нам будет труднее деньги давать, нам будет труднее продавать свои товары, и одновременно вот эта вот вся прежняя стратегия развития экономики о том, что нам модернизация должны помочь, прежде всего, западные технологии и западные кредиты, западные инвестиции, она потерпела крах. Очевидно, что никто нам этих технологий не даст. Поэтому в результате этих санкций произошло отрезвление российского руководства и происходит отрезвление российской элиты о том, что за нас развитие России никто не совершит. Никакие западные фантастические инвесторы. И даже марсиане не приедут. И лунатяне тоже не приедут. И никто ничего не делает. Мы должны будем сделать все это сами. Но сейчас происходит такой мучительный, болезненный и трудный поиск новой стратегии развития. Найти ее не так легко, но придется.